мы ставим то, что нам нравится, то, что с нашей точки зрения создает в зале какую-то атмосферу, в которой нам будет приятно находиться вместе с вами. Покажите, пожалуйста, вашего басиста, почему он прячется. Хорошая записка, да? Я, наверное, передам ее по... Мем есть согласование программы вашего выступления с КАПО. Это местная КГБ. Другим словами, в зале КАПО есть? Я думаю, что вопрос к нам. Почему теперь по Арбату ходят диверсанты, а не Харе Кришна? Время изменилось. То ли еще будет. Что чувствуете перед выходом на сцену спустя столько лет выступлений? Да тоже и чувствую, что есть возможность поиграть музыку, попеть песни, и это радует. Так же, как тогда. Есть ли у вас в планах проекты с Сергеем Соловьевым? Нет. Пока мы с ним ничего нового не планировали. Я думаю, что хватит, он уже ничего не делает. Спасибо же. Какая самая главная истина, которую вы бы хотели, чтобы вынесли, услышали и поняли люди, слушая ваши песни? Я думаю, что главная истина, дорогие мои слова, никак не выражается. И с моей стороны, нужно нам считать, что я могу что-то донести, чего у вас и так нет. У вас все уже есть. С той стороны, музыкального стекла. Взойдут ли над землей ледоруб до пила? Жизнь покажет. Очень сложно просто. Символически. Что нужно женщине, чтобы завоевать внимание мужчины? Оставлю эти ответы вам. Символический вопрос продолжается. Символический. Еще более символический. Боже мой. Какой Тарин оказывается символический труд. Максим Лесник, кто это? Так я вам и скажу, да? Можете ли вы сказать на вашем пути, какая из конфессий является наибольшим подспорьем в отношении с Богом? Знаете, в отношении с Богом не нужно никакое подспорье, нужно просто не мешать ему. Все будет хорошо. Учитывая, что кроме него все равно ничего нет, подспорья не нужно. Я в вас влюблена с молодости.
Как вам удается оставаться секс-символом? Почему не стоял перед самой такой цели? Поэтому ответ. На ответ дать не могу, не знаю, что вы имеете в виду. Почему у вас в декорациях богиня Сарасвати? Наконец-то вы первый город, который мы называем Йошин. Спасибо. Это трогает. Почему? Потому что она богиня культуры. И мы считаем, что ее влияние может на нас хорошо подействовать. Символический вопрос. О чем песня государыня? Беседуешь во сне с Борисом Гребенщиковым. Это ночной кошмар, эротика и еще не сомнение. Вопрос от девушки. Дорогая девушка, дело в том, что зависит от содержания разговора. Вам комфортно практически везде, лишь бы вас оставили в покое. Вы не любите людей? Согласны, что людей любить не обязательно, их нужно понимать, принимать. Как долго вам нужен покой? Чем он вам дорожит? Вы знаете, это тянет собрание сочинения. Потому что если когда-нибудь я буду время, я напишу ему 18 ответов на такие вопросы. Я не знаю, что это, я не знаю, как это. Людей обычно любят те люди, которые не могут любить отдельного человека. То есть людей в целом и в общем любить значительно проще, чем конкретных людей. Конкретных людей я люблю, а людей в общем и целом не знаю, никогда не думал об этом. Потому что такой вопрос не требует ответа. Вот в чем дело. Человек, который абстрактно любит людей, как правило, не очень хорошего быта. Потому что не любит хорошего. Вроде Карл Маркс. Символизм нарастает, крепкий. Спасибо. С автографами посмотрим, не знаю. Вы помните концерт в 45-м? Символизм. Вы же поэт, вы город поэтов. Как я посмотрю. Как часто вам в современных реалиях жизни приходится поступаться своими принципами? И как вы с этим справляетесь? Дорогие Юрий и Игорь, дело в том, что посмотрите мне в глаза. Мне нет принципов. Нет, я люблю. Это поступаться абсолютно ничем. И современные реалии жизни ничем не отличаются от реалий любой несовременной жизни. Человеческие реалии всегда одни и те же. Потому что мы сами создаем свою жизнь, а поскольку мы такие, как мы есть, то жизнь всегда, в общем, одна и та же.